Дарюшенька, привет! У нас сегодня снова дождь. Недавно, кстати, начался гром такой, какой-то раскатистый, большой. Смотри уже, какие лужи. Ой, сейчас будет опять греметь. А-а-а! Кошмар. Страшненько, бабушки. Все, я прячусь. Домой. В общем, у нас дождь. Мы только пришли домой, и дождь начался. И до этого дождь был. Сильный такой дождь прошел. Думаю, ну вот, под дождем пойдем. Потом притих, мы бегом домой побежали. Мама еще в дороге где-то едет. И опять дождь. Все. Рассказывай, что там у вас. Ой. Дождик, дождик, дождик. Сегодня деда огурчики опять не сорвал. Говорит, пусть растут. Какая погода у вас? Жарко или тоже дождик пошел? Расскажи бабушке, что там у вас. Прям дождь задувает на телефон. Ну, давай, пока-пока.